Всем привет, дорогие зрители! Я сегодня захотел снять ролик про район Тосмор, как бы маленький обзор. Здесь у нас речка Дим, которая называется Дим-Чай. Я спущусь к этой речке и начну ролик именно с парка, который расположен около этой речки. И пройдусь до пляжа Тосмора, где у нас речка Дим втекает в море. Вот, хочу показать, там море, вот эта речка. У нас парки с двух сторон. Та сторона это Кестель, эта сторона Тосмор. Парк начинается с того конца и продолжается до моста Дим. И начинается с этой стороны и продолжается до этого же моста. С двух сторон присутствует парк. Вот здесь такой прекрасный вид на горы, на речку Дим. И, как вы видели, вид на море. Средиземное наше любимое море. Пойду-ка я вниз. Дорогие зрители, я спустился к речке Дим. Вот такая тут красота. Тут вода целый год, плюс 6 градусов температуры. Тут можно также пройтись в эту сторону. Там утки, гуси. Там есть дядька, который их держит. И вот такая здесь чистая стеклянная вода. Как вы видите, порой здесь купаются также. Один дядька вошел и купается. И вот такой красивый вид. Сюда можно спуститься. Есть место, как бы отдельно. Лестницу поставлены здесь. Вот установлены такие лестницы. Покажу вот эту сторону парка, а потом пройдусь к мосту речки Дим. Вот парк начинается с того конца и продолжается до пляжа Тосмор. Тут пробежки, кто бегает, кто спортом занимается, семья, с детьми, колясками там ходит, отдыхает каждый вечер и каждым утром, днем, потому что здесь жаркое, вот тоже. Но прохлада есть от речки. Вот такие беседочные площадки тут. Можно принести портативный стол, сесть, выпить чай, отдохнуть с семьей. Вот видите, какая чистая вода. Рыбалка здесь запрещена, но порой кто-то ловит. Вот так. Та сторона это Кестель, начало Кестеля. Тут уже Тосмор район у нас заканчивается. Впереди от меня есть такое маленькое кафе. Тут рядом был раньше ресторан, функционировал. Тосмор Каньон назывался. Один из элитных, один из самых лучших ресторанов в Алании. Но потом что-то там партнеры проблемы создали друг другу какие-то. И потом закрылся этот ресторан. Сейчас она стоит. Вот такое место здесь. Хозяин установил сюда столы, кто как хочет, может прийти и отдохнуть. А там у него снизу гусята, утята. Так. Покажу я вам. Вот он снизу сделал. О, гусенок маленький. Сделал как бы маленькую ферму. И присматривает за гусями. Курица даже есть у него. Курятник. Вот видны у нас рыбки. Если вы видите, в речке присутствуют рыбки. Так. Чайка даже уселась. О, чайка. Вот такая вот здесь природа интересная. Здесь у нас продолжается до конца моста. Там есть оборудование для спорта, есть также такие же беседки. Продолжительность с того конца, откуда я начал, до моста здесь 700 метров, а в той стороне продолжительность где-то километр с конца до того конца. Там даже есть установленная зона барбекю. Если вы видите, вот я вам показываю серого цвета.
Расстояние каждого барбекю друг от друга приблизительно 80-100 метров. Вторая установлена там, вот серая. И зона беседка, там уже есть стол, стул, все установлено. Это сделал сам муниципалитет Алании. Так, я пройдусь на главную улицу. Это та улица, которая ведет именно к ресторанам Дим. Если вы уже знаете эти места, может, вы были, отдыхали, где водохранилище Дим, верхняя часть. Вот это та главная дорога, которая проезжает около этого парка. Вот такие тут здания. Тут цены на недвижимость по сравнению с Махмутларом выше. Чем ближе к городу, тем цены выше. Но именно вот эта часть, она более как элитная и более-менее подороже, чем недвижимость немножко в высоте верхней части Тошмара. Здесь у нас начинается первый магазин. Расстояние до моря сейчас вот от моего места приблизительно 700 метров или 650, где-то так. Машин много, вроде шум есть, так как все едут отдыхать к речке Дим. Там очень хорошие рестораны, одна из моих любимых ресторанов с красивым видом, это ресторан Пынарбаши. Кому интересно, может поехать, но цены там немножко повыше, чем в других начальных ресторанах, именно пикниковой части этой речки. Но там именно беседки они установили прямо на горе, вот ступенчато, там водопад есть, прямо стол стоит в воде, сидишь, ноги вставляешь именно в воду, плюс 6 градусов, вообще полный кайф. Вот такой здесь проект, который называется Riverside Resort. Это один из больших проектов Алании. Тут олимпийский бассейн 50 метров и просторный сад. Прямо выход на речку. Кому будет неинтересно недвижимость, обращайтесь. Здравствуйте, здравствуйте. Как же? Да. Это один из хороших проектов, который строили англичане. Проекту 13 лет. Вот здесь такой же маленький магазин. Вот такие здания тут. На этой улице, в Тошмаре именно, присутствует вся инфраструктура, которая нужна для жизни. Именно вот эта уличка. Есть фруктовые магазины, Шок, Бим, Ал-101, противоположные дорожки. Мигрос тоже по этой пути расположен впереди. Вот здесь такой, продают воду, подарки всякие и хостовары. Тошмур-Джаджи. Пройдем по дорогу. Вот здесь один из больших фруктовых овощных магазинов в Алании. Порой здесь бывает такой овощ, что нету в других магазинах. Зимой именно, кто ищет брокколи, там здесь постоянно вы можете найти свежий брокколи. Или тому подобное, как видите. Цены здесь повыше, чем в другом магазине, который я сейчас вам отсниму. Но присутствует все, что нужно для питания из фруктов и овощей. Значит, вот это магазин Шок. Вот. Что-то сегодня вот так народу много. Вот магазин Шок по зданию. Где-то 5-6 месяцев назад открыли Market Sage. Здесь также продают люстры, электроника всякая. Есть маленький ресторан. Вот это магазин Sage. Вот справа от меня есть турецкий хамам. Называется Харем. Гарем называется. Вот так. Это тоже известное в Алании. Сюда в основном туристы
приезжают и наслаждаются сауной, там массаж и тому подобное. Здесь магазин именно стройматериалов, он закрыт, так как праздники Курбан. Кстати, поздравляю всех мусульман с этим праздником Курбан Байрам. Вот здесь у нас есть парикмахерский магазин, канцелярия, вот там табак продают, даже другой какой, натуральный табак-то продают, кто курит, ему если интересно. И вот здесь чай кёфте, турецкий, натуральный чай кёфте, красный, называется комагина. Вот тот фруктово-овощный магазин, где я сказал, цены нормальные и овощи свежие, но у них порой зимой отсутствует брокколи, так скажем. Вот такой большой фруктово-овощной магазин. Здесь продают также всякие настойки, мед и тому подобное. Также есть магазин маленький, можно зайти, все купить и выйти. Даже молоко свежее они вот привозят, коровье молоко. И тому подобное. Настойка из рожкового дерева. Вот. А кому интересно, можешь зайти в этот магазин. Вот так. Ну, немножко жарко. Вот, есть мясник. Один мясник тут, один с той стороны. Есть прачечная. Вот. Парикмахерская, женская, мужская, рестораны, Тосмроджакбаши. Вот мясник, дона также продают. Здесь пекарня. Одна пекарня, не как пекарня, делает тандыр. Любит тандыр. Цена 3 лиры тандыра. Селяуна лекарня, полагается. Также донер у него есть. И вот у него ресторан, можете заказать и сесть. А там донер, там 12 лир, что ли, стоит. И вот у нас такой ресторан. Там море, в той стороне. Я пройдусь туда. Есть дорога, продолжается отсюда в ту сторону. Идет к главному кругу. Тосмора, там Дух Кахом есть мебельный магазин, и банкоматы, Мигдес магазин, магазин велосипеда и тому подобное. Вот магазин БИМ под зданием. Здесь вот такой ресторан Быстро Мумин он назывался. Тоже хороший ресторан. Вкусно готовят. Вот главная пекарня, Одун Экмек называется, там сладости и хлеб и тому подобное. Есть также ресторан Бистро, Долфинс. Три главных ресторана именно на этой улице. Там продолжаются у нас отели и магазины с правой стороны. Покажу-ка я мясника. Здесь у него почти все есть для подготовки шашлыка и тому подобное. Салам алейкум. Салам, салам. Вот наш друг Байсон. Корхан. Работаем также вместе. Есть аптеки. Вот у нас аптеки. Курбан байрам кутлу олсун. Вот здесь у нас мясник. Вот такой мясник. У них уже все подготавливают для шашлыка. Вот мангал, все есть. Гриль, даже уголь продают, видите. Все присутствует. Можно зайти, купить и пойти отдыхать, жарить шашлыки. Такой здесь также маркет. Есть магазин
коммуникации впереди. Уже придется мне продолжить по этой дороге. Хотел показать там подземный проход. Вот здесь также парикмахер. Вот магазины. Вот еще один магазин. И вот Turkcell, это коммуникации, продают телефоны также. И наушники и тому подобное. Вот наш отель Diamond, который присутствует во входе. После этого надземного моста у нас расположены там банкоматы, магазин Migros, также с правой стороны аптеки и магазины, тому подобное. Много всего. И я вернусь к той дороге, откуда я пришел, чтобы показать вам, что там присутствует подземный проход на пляж Дим. Около Димчая. Покажу вам эту пекарню еще. Вот такая улица у нас с развитой инфраструктурой. Не нужно никуда ехать, никакой центр. Все присутствует на этой главной улице Тосмора. Тосмор, он продолжительность начала от пляжа до речки Дим 2.5 километра. Сам Тосмор поднимается в сторону гор, как бы в высоту. Вот такая тут пекарня. Салам алейкум. Продают свежий хлеб, сладости и тому подобное. Также у него есть маленький ресторанчик, можно купить сладости, сесть и выпить чай. Вот эта дорога ведет на пляж. Ведет на пляж. Есть такие маленькие магазинчики, маркеты всякие, рестораны также. Они не функционировали, что-то уже начали работать, как сезон открылся. Раньше вообще здесь много народу было, но из-за пандемии, сами понимаете. Люди, наверное, сейчас кто отдыхает на пляже. Вот так, так. Я снимаю в основном другие районы в Махмутларе. Просто сегодня захотел снять именно обзор про Тосмор, потому что в Ютубе я не видел ни один ролик, можно сказать, что про обзор именно района Тосмор. В Тосморе как раз в четверг устанавливается базар, рынок, недалеко от места, где я снимаю сейчас, приблизительно 400-500 метров в ту сторону. Вот это главная дорога, набережная. Здесь есть такой парк для детей. И вот наш подземный проход на пляж. Покажу я вам пляж, что здесь мелкий гравий и песок. Скал нету. Есть несколько проходов. Одна вот эта спускается именно с верхней дороги. Ну, подземный проход. И также есть в той стороне еще один подземный проход, приблизительно 400 метров отсюда. Вот такой здесь проход, тоже вверх можно подняться. Так. Вот такой пляж. Сегодня волны. Вот, вот вид на крепость Алании. Там душевые кабины, также позади меня душевые кабинки, если вы видите. Вот такой здесь пляж сегодня. О, хочется купаться.
такой здесь песок. Продолжается этот пляж до речки Дим. Скалы у нас заканчиваются. Вот там пирс, видите? Вот там скалы уже заканчиваются. Там отель Grand Captain. Оттуда сюда до речки Дим где-то 700 метров продолжительность. 500-700 метров. Все, дорогие зрители, я коротко снял именно эту улицу. Если получится, как-нибудь потом сниму другую часть, верхнюю часть Тосмара. С вами был Агасей из Солнечного Алания, район Тосмар. Всем желаю счастья, добра, здоровья и побольше позитива. Всем пока-пока. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look, she's standing in the crowd. I just wanna see the light.